Всем привет, меня зовут Денис, я работаю в лагере «Большое приключение». Это на самом деле удивительное место, где дети становятся сильными, ловкими и самостоятельными. Давайте пройдемся по лагерю, и вы сами поймете, что к чему. И сейчас мы подошли к домикам, где живут наши дети. Это такие просторные палатки, где есть коврик, спальный мешок и вкладыш, который выдается каждому ребенку в целях личной гигиены. Итак, мы пришли в столовую. Как говорят наши дети, кашу есть перловую. Но на самом деле здесь, в лесу, мы питаемся не только кашей. Правда, здесь не шведский стол, но питаемся мы вкусно и полезно. Дороги Карелии отлично подходят для велопутешествий. И, конечно же, у нас в лагере есть велодром. Здесь тренируются все дети, приезжающие в лагерь «Большое приключение». Мы у вольера с собаками, и это любимое место детей и не только, так как здесь живут самые нежные и ласковые существа на свете – хаски. И, конечно же, нельзя забывать о чистоте и личной гигиене. Это русская баня. Дети здесь моются и парятся сразу по возвращении из похода, и это доставляет им огромное удовольствие. А сейчас мы находимся в самой серьезной части лагеря – администрация. Здесь работают директор и его заместители, а также заседает маршрутно-квалификационная комиссия. А это одна из групп отправляется в поход. Пожелаем им счастливого пути. Вот вы и познакомились с лагерем «Большое приключение». Знаете, как дети проводят здесь время и почему многие стремятся приехать сюда снова и снова. Ждем вас!